Вторая волна холодов накрыла Иваново ночью. Температура за окном опускалась до отметки -25 градусов. Ситуация осложняется сильным пронизывающим ветром до 8 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Ивановской области информирует водителей. На 188-м километре федеральной автодороги М7 вновь открыт пункт обогрева. Расположен он неподалеку от поворота на деревню Ломы. Пункт оборудован всем необходимым для оказания помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию. Палатки могут принять до 30 человек. В наличии медицинская аптечка, разъемы для подзарядки мобильных устройств. Спасатели угостят водителей чаем с печеньем. Так, у нас достаточно равномерно с вами развернуты 5 стационарных пунктов обогрева. Они же являются и объектами придорожного сервиса. Кафе, столовые, которые располагаются примерно километров через 10 друг от дружки по этой трассе. На опасном участке дороги здесь нет объекта придорожного сервиса, и поэтому начальникам принято решение развернуть мобильный пункт обогрева именно здесь. Из-за увеличения количества обращений на станцию скорой помощи медики рекомендуют горожанам выбирать максимально теплую одежду и по возможности сократить время пребывания на улице. При первых признаках переохлаждения или обморожения необходимо немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Врачи предостерегают, согреваться алкогольными напитками в такую погоду небезопасно. Если вы имеете признаки обморожения, чувствуете онемение лица, кончиков ушей, носа, то обязательно закрыть эти открытые части тела шарфом, варежками. Ни в коем случае нельзя растирать замерзшие участки тела снегом. Синоптики прогнозируют, острые холода продержатся в областном центре до конца рабочей недели. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.